Вы знаете, я недаром навела камеру на эти цветы. Это цвет крови, который проливают защитники Украины, которые борются с врагом, который подло напал и хочет убивать мирных жителей Украины. Просто я решила, что вы на меня уже насмотрелись. И поэтому то, что я хочу сказать, я просто покажу вам на фоне моих прекрасных цветов. В Украине введено военное положение. Только что выступил президент Украины Владимир Зеленский и сказал об этом. Значит, я смотрю канал, который лежит у меня под видео. Вы увидите ссылку на него. Я смотрю этот канал. Это круглосуточный, безостановочный марафон, на котором вы можете видеть настоящие новости, на котором вы можете видеть включение с мест. Можно видеть, как происходит нападение на Украину. Сейчас ночью борьба активизировалась, активизировались диверсионные группы, активизировались прилетающие десантники и прочие убийцы из России. И поэтому вы можете смотреть это безостановочно. А в Новой Зеландии прекрасное солнечное небо, нормальные люди. И к большому счастью, у нас вокруг океан и нет убийц, которые могут на нас нападать. Значит, хочу сказать еще два слова про свой канал. Безусловно, мой канал, он не будет политическим. Этого совершенно не требуется, и это не то, что я хочу делать в YouTube. Но поскольку сейчас, как человек, которому не безразлична судьба Украины, страны, в которой я родилась, и поэтому я хочу поддержать свою страну и людей Украины. Для этого я и делаю краткие сводки того, что творится в Украине, того, как идет борьба в Украине. Всех призывают бороться, люди идут в тероборону, людей призывают быть бдительными, следить за подозрительными личностями. В общем, война есть война. Война, вот то, что вы читали в книгах. Ну, как только острая какая-то фаза пройдет, и, может быть, можно будет вернуться украинцам к более-менее какой-то нормальной жизни. Я не думаю, что это произойдет прямо мгновенно. Но надеюсь, что все-таки, может, в ближайшее время вот эти санкции, которые сейчас накладываются на Россию, и от которых пострадает российский народ, возможно, они сработают, возможно, этот безумец все-таки или его окружение решит, которое пострадало, которое все потеряли свои деньги. Вы понимаете, что значит санкции? Это значит, все вот эти миллиардеры, которые наворовали ваших денег, которые понастроили себе дворцы в Европе и в других странах, это все у них отобрали, все заморозили. И если россиянам повезет, то, может быть, эти деньги вернутся к вам в страну после того, когда будет сброшена эта бандитская группировка, которая пьет с вас кровь уже сколько лет. А я вернусь к своему каналу, я вернусь к своим цветочкам, к своему цветущему балкону, к своим походам в магазин, к своим походам на прекрасные пляжи Новой Зеландии. И вы сможете приходить на мой канал, отдыхать душой. Я от всей, как сказать, от всего сердца этого желаю и вам, и себе.